Привет. Меня зовут Владимир, мы снимаем вас в Sunny Isles. Расскажите про себя и про район, в котором живете, про вас. Да. А куда мне смотреть, сюда? Не смотрите на меня. Смотрите на меня. Окей. Не обращайте внимания на камеру. Хорошо, она просто... На меня. Окей, все. Хорошо. Меня зовут... Что бы был за вопрос еще один раз? Я сегодня уже скупилась. Сейчас я иду на пляж. Надо ходить, как говорится по-американски, walk it. Welcome to Winston Towers. Или как-то не товары, тю, я помню. Towers. Winston Towers. Верно, что тебе сказать? Я пожила чуть-чуть в Нью-Йорке, а потом мы приехали сюда. И что тебе сказать? Меня зовут Фирочка. Дети называют меня Баба. Или Баба Фира. И у нас как раз сейчас будет выборы. Вот сейчас, знаешь, у нас борт и выборы. Там одна ведьма, мне она не нравится. Она такая фейковская, ты понимаешь? Она мне улыбается, но потом мне рассказывали, что она там язык свой ляшет, понимаешь? Так что давай, я не хочу, чтобы ее выбрали. Ну, слушай, я здесь один кипиш подняла. У нас здесь были такие уродливые лифты. Я им сказала, давайте. Я начала посылать имейлы. И письма, я посылала письма прямо в борт и прямо в хозяева. Я говорю, да позор, я здесь живу 30 лет, вы не можете нормальные лифты сделать. Вот я все добилась. Я добилась, это все я сделала. А ты думаешь, мне кто-то сказал спасибо? Нет, никто мне ничего не сказал. Ты понимаешь? Никто мне ничего не сказал. Но я знаю, что я это сделала. Теперь можно зайти как нормальный человек. Ты понимаешь? Ой, здесь пляж, иди впереди меня, что ты за мной, что ты мне попу снимаешь? Впереди, посмотри, какая сказка здесь. Сделай такой... Сейчас только февраль, а здесь у нас 80. Вы понимаете, вам надо приезжать сюда. Давайте там сидеть в твоем Нью-Йорке. Покажи, покажи им, как красиво здесь, смотри. Вот это черное... Это называется Porsche-билд. Это ставит... Я уже забыла все эти билды. Это у нас Шатро. Это французский. Понимаешь? Вот там Халлендейлс, это как на Экс-Бенедикт. Там, понимаешь? Вот там Walmart. Понимаешь, мы туда едем, и там сколько... Там такие ходят люди, это ужас. Не стыд и позор. Но я быстренько туда возьму, там хорошие тапочки. Там хорошие носочки. Ой, какие там носочки. Это Халлендейл, понимаешь, туда? Это много русских там живут. Вот там. Черт знает туда. Сейчас найду своих подружек. Они где-то здесь сидят. Мы потом попозже будем играть в домино. Ими еще пригласили один раз пойти с ними на бинго. Извините меня. Это не моя игра. Но я посидела, выиграла $500, пошла домой, спрятала под пиво. Слушай меня, я все копаю сама, ты видишь? Вот так я делаю свои... Как они говорят? Зонтик! Я здесь сюда прихожу и дышу. И дышу. Ой! Лариса, как там водичка? Теплая. Я сейчас пойду, только волны сегодня что-то мне не нравится. Это, наверное, сегодня недавно прошел эти круизы. Это, я ее не люблю. У нас она называется Лаками какая-то. Ларок. Ларок. Почему? Ларак. Ларак. Какая-то французская. Но она без сахара. Пивочка. Ты хочешь такая? Это испанская вот такая бодела. Ты хочешь? Ты хочешь такую? Нет? Не хочешь? Ты на таблеток? Нет. Ну я возьму. Я возьму. Никто не видит сейчас. У меня здесь есть такая штучка. Сейчас никто не... Ты понимаешь? А здесь сейчас много позаезжали с этим в Венесуэлу. Они все скупают. Они покупают. Они темненькие. Я иногда пугаюсь, потому что с Венесуэлы они такие похожи, как черные.
Что вы здесь делаете? Чем вы занимаетесь? Ой, что тебе сказать? Я хожу на Бродвок. Мы ходим здесь вокаем в казино. Да. Вот это мне нравится. Только ты никому не расскажи. Монтируешь, только не ставь это. Но я люблю в казино ходить. Там пойти пощелкать. Ой, чего нет? Слушай, надо пожить чуть-чуть. О, посмотри на нее. У нее еще один ребенок. Посмотри, посмотри, как она еще идет своими. Сколько сейчас времени? Где-то же 7 утра, посмотри, она с каблуками идет. Как лошадь. Еще один ребенок, слышишь? А муж? Питер, что ты там? Петя? Новую машину купил. Он новую машину купил. Он даже здесь не живет, она здесь живет. А он там летает. Что-то там рассказали, что он какие-то шуры-мыры там делает, ты понимаешь? Зачем ему эта новая машина нужна? Ой-ой-ой-ой. Что там у вас случилось? Снег? Ой, у детей нету школы. Кошмар, и надо было дерево взять. Ой-ой-ой, ну хорошо, осторожно там. Ты не можешь попасть на свой appointment. Ой, лапочка. Там какой-то шторм. И она не может никуда выехать. Шторм? Выехать? Сиди в своем шторме. И еще мне рассказали, у них какая-то эта нянечка не взяли. Знаешь, это какая live-in называется по-американски. Это называется, она с тобой живет. Она без бумаг. Взяли какую-то иллегалку. Ой, могли какую-то бабушку здесь, да, взять. Что мы? Нам здесь нечего делать. Мы же бы $20, мы все нормально, мы посидели. Что мы нам делать? Иллегалки берут. Ой, ненавижу. How are you? Good, good. All's best. Best go. Это американец. Я с ним дружу. Хороший парень. Ой, посмотри. Еще одна вышла своей собачкой. Она даже не может за ней убрать. Ой-ой-ой. Посмотри. Она опять блондинка стала. Посмотри. О, у нее так покрасили волосы, что я могла лучше сделать. Этот какой-то X. Какой-то X. Они надо лицо делать. Так. И вот так. Вот так. Не открывается. Да я, наверное, поправилась, ты понимаешь, оно берет твое лицо. Ой, получилось. Меня Тамарочка живет в Нью-Йорке, да? И посмотри, они берут, там у них эти эмбюлеты, да? Ровно там пройти 10 минут. По 45 минут. 45 минут. Чтобы подождать вот этот эмбюлет. Uber, что это как, я не знаю, как он называется, $5 проехаться. И он возле меня через 3 минуты, я уже спустилась, мне показали, как это пользоваться. 3 минуты, я уже там, мне надо поехать на аптеку. Я поеду или пройдусь. Ой, ой. Кариночка, я успела, извините. Спасибо. Идем, пошли. Лекарствочка, распишитесь, пожалуйста. Давайте. Ничего не понимаешь? Ой. Успели. Мы бы вас подождали. Да, спасибо. Да, я сегодня хотела пройтись. Умничка. Да. А что это такое здесь? Это у нас feminine health. Да. Это у нас for sensual health. Sexuality? Sensuality. Sensuality. Unique egg. Вау, это просто amazing. Это действительно amazing. И куда это идет? Это идет туда. А что она делает? Вырабатывает тонус. Что? Что это? Да холодно, можно простудиться, нет? Вы не простудитесь. Попробуй. Да, холодненькая. Холодненькая. Но баланс. Да? Да, у меня нету баланса. Есть, но вот это, видишь, у тебя очень такие интересные штучки сюда. Еще очень добавить такую паровую банечку. Бань? Тоже. Это чай? Это... It's a vaginal bath. Vaginal bath! Йони-вун! Ой-ой-ой-ой. И что, это надо тазик ставить? Это сделать тазик. Тазиком? Интересно. Это можно взять без купюр? Для вас, да. Окей, шикарно. Фонскую. Из, да? гиалуроновой кислоты и витамина С. Только не жуйте. Ее нужно медленно разбавить. И витамин С. Угу.
Всю упаковочку нельзя съесть за один раз, но несколько можно. Так, яички тоже мы берем? Давай попробую. Если что-то, я верну. Ой, пожалуйста, не возвращайте только. Кариночка, я тебя люблю, целую. Я вас тоже очень... На. Все. А я там, Кариночка, она мне дает разные такие кристаллы. Кристаллы. Я там много еще не знаю. Там такие кристаллы. Ой, до сердца, до этого. И все. Фера, на меня смотрите. Сюда, сюда. Да, да. Слушай, мужик, да? Как называется это? Называется «Наши бабушки Майами». Ой, да. Спасибо. Спасибо. Давайте чай или к печеньке ты хочешь? Нет, спасибо, спасибо, я уже поел. Может, я тебя могу угостить? У меня есть там этот, у меня вкус кибрала, smoked fish. Ты хочешь? Да слушай. Ой, я тебя как раз, я лечу в Нью-Йорк, здесь ураган идет на этот Майами. Да, слушай, да, мне сын заказал билет, я смогу с тобой остаться? Да, потому что, понимаешь, я не хочу оставаться с ним, мне не нравится его жена, это я ее не перевариваю, ты понимаешь? Да, я смогу. Ой, шикарно, спасибо. Да, я сейчас пакуюсь. Сейчас заказал мне самолет. Я волнуюсь так. Ой, да. Да, ну окей, давай увидимся в Нью-Йорке. Все, люблю. Давай увидимся. Все. Ой, надо паковаться сейчас быстренько. Я даже не знаю, что... Ой, 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 кошмар. Ой, где мои таблетки? Я даже не знаю, где чемоданы свои взять. Где мои чемоданы? Ой, я не могу. Ой, ой, надо... Бабушка, а это влезет? Я думаю, надо побольше, может. Блупер. Зубы взять надо. Надо зубы взять. Да. Бриллианты надо. Ой, надо где бриллианты свои. Ой, деньги мои куда делать? Ой. Может, мне надо было хомотенду взять? Было бы легче. Ой, надо было. Ой, надо. Где мой? Ой, у меня мед в Швейцарии. Надо взять мед в Швейцарии. Ой, я не могу. Где моя надо было хомотенда? Было бы легче, понимаешь? Ой, ой, я нашла свои часы. О, великолепно.